Всем привет, с вами Аннет. И мы приехали гулять в Царицыно. Ну, пойдемте. Мы приехали от метро Орехово. Это вход прямо вот возле метро находится. Если вы на машине, вы можете вот там вот поставить свою тачку. Да, вот здесь есть парковка. Насколько я помню, она даже бесплатная. Вот вход в метро. Значит, несмотря на то, что у нас сегодня лето, у нас сегодня дождь. Это очень печально. Так что конец июля у нас какой-то не очень выдался хороший. Можем. Вот, смотрите, что тут у нас интересного. Ансамбль усадьбы Царицына. Вот. Я помню еще те времена, когда вот эта часть Царицына была совсем дикой, совсем неухоженной. Не было вот этих всех прекрасных, удобных, красивых тропинок. Здесь самые натуральные картинки в пейзажном стиле. Да, в пейзажном стиле. Вот у нас это специалист по архитектуре и чему там еще. Диванный специалист, диванный эксперт по архитектуре. Да, типа того. Вот, и было очень, тут все было заросшее, конечно, никакого газончика, просто протоптанные абы как людьми, которые тут гуляли, тропинки посреди травы. Ну, то есть прям совсем дикий-дикий лес, считай. И здесь же собирались толкинисты. Это было такое знаковое для толкинистов место. Дай бог памяти, вроде Эгладор называлось. Ну, не знаю, я в те времена не была толкинистом, так что... Ну, вернее, то есть я толкинистом была по факту, в том плане, что увлекалась Толкином, но не собиралась вместе со всякими компаниями. Скоро созреет недотрога. Да, она уже частично и так позрела. Если найти, то можно. Если поискать, то можно найти. Угу. Вот здесь вот такая какая-то танцевальная. Это сцена. Сцена такая симпатичная. Здесь, более того, при входе, вообще-то говоря, висит даже эти. Что висит? Даже висит описание концерта. То есть уже тут... не висит. А где оно висит? Да ладно. А где ты видел? Мы прошли. Да? А на самом деле у входа висит. Ну ладно. Ну, в общем, вот тут вот такая, ну, такая вот танцевальная площадка со сценой. Здесь проходят всякие танцевальные мероприятия. И, кстати, здесь, насколько я знаю, в том числе и Московское долголетие тоже проводит свои мероприятия для пожилых. Сегодня у нас пятница, середина рабочего дня. Большинство людей на работе. Потому что у нас уже, в общем-то, город вошел в привычную более-менее рабочую колею. Но кто-то еще сидит, как я, например, на удаленке. Ну, многие, на самом деле, так сидят. И поэтому в парке довольно пусто. Ну, и, наверное, погода еще не очень. Вот, а тут еще, значит, есть... экскурсии на электромобильчиках. То есть, в принципе, при желании... Кто захочет, может посмотреть на официальном сайте парка Царицына и взять, соответственно, там экскурсию. Ну, можно тут еще, по-моему, по приезду тоже ее взять. Никогда, честно говоря, не брала эту экскурсию, ну, потому что ходить гулять пешком здесь, в общем, значительно интереснее. Вот. Вечером загораются, как вы понимаете, вот эти фонарики симпатичные. Но, понятное дело, что до того, как здесь сделали вот этот прекрасный весь ремонт, никаких фонариков здесь не было. Как я уже сказала, дикий-дикий лес с дикими-дикими тварями. А еще здесь раньше, вот сейчас мы что-то не видим, а вот раньше были огромные слизняки, расплодились, причем в огромных количествах. В прошлом, по-моему, они тоже были еще. Мы, по-моему, в прошлом летом кто что-то видели. Да, точно, вспомнил. Да, и они и сейчас есть, судя по... Да. В общем, они есть, просто их почему-то... Здесь должна быть вставка «Стена особой жестокости». Да, но я не стала это снимать, так что... А вот, кстати, и слизняк. Вот он прям как по заказу, мы его и увидели. Вот он, смотрите, какой лапушка. Ну, там ползет. Вот, он так медленно-медленно ползет. Вроде мы смотрели, они то ли красные, то ли рыжие червяки называются. Вот не помню, к сожалению, сейчас не скажу точно. Но вот он вот такой. Он, несмотря на то, что он очень классный, очень симпатичный, немножко противный, он, к сожалению, является
этим. Ну, короче, он тут все жрет, одним словом, и это нехорошо. У него этих самых, у него почти нет естественных врагов? Да, у него практически нет естественных врагов. Вот такой кроссавшик. Медленно, медленно, медленно. Но тем не менее, нефиг ему делать на дороге. Да, я думаю, можно уже поднимать. Во, аккуратно, аккуратно. Балансирует. Спасение червяков. Пускай ползает здесь. Да, вот пусть он в травке живет. Вот, собственно, когда тут много этих червяков, слизняков, мы вообще не можем нисколько пройти спокойно, потому что мы хотим их всех спасти. Также вы видите очень богатую фауну. В виде целого голубя. Который сидит. Московского сизаря, который сидит, пырится. Вполне бодренький. А тут, уважаемые телезрители. Да, еще здесь водятся белки, они наглые и рыжие. Но пока мы сейчас... Сегодня мы пока еще не видели. Это ты сказал? Нет. Причем, что самое забавное, белки здесь насыщенно рыжие. И не просто рыжие, они насыщенно рыжие. Ну да, как прям рисуют на детских этих картинках всяких. Собственно, да, это действительно белка с картинки. Причем они очень в наглую действительно сюда приходят. Они не просто так такие насыщенно рыжие. Они потому что сюда приходят, они знают, что они здесь получат еду от всех посетителей. От всех, от кого можно, так скажем. Да, точнее, у кого они ее отожмут, так сказать. Подожди, мы же здесь все-таки были после пандемии. Нет, после не было. Были, мы тогда еще на белок на этих, как раз к вопросу о белках. Нет. А когда это было? А когда мы увидели совершенно обнаглевших этих белок? Летом, да, недавно, другим летом было. Точно? Ну ладно. Вот, ну как вы видите, сейчас вот та часть парка, где мы гуляем, ближайшая к Орехово, несмотря на наличие вот этих всех дорожек, тут есть и молодая поросль деревьев вон там, ну то есть такое все немножко диковатое, но не сильно диковатое. Вот тут, пожалуйста, есть даже тропа здоровья. То есть если вы хотите... Если вы хотите скомпенсировать ущерб здоровья, ну то есть как это все, чуть-чуть подтянуть свой лайфбар. Да, то вот можно пройтись по этой тропе. Да, и с каждым шагом, наверное, ваше здоровье будет прибавляться на... Ну, в общем, не знаю, насколько, но вы это почувствуете. Да, я просто не очень понимаю, как бы логику делать среди этих тропинок отдельную тропинку, которая будет называться тропа здоровья, которая никак от всех предыдущих не отличается вообще, но тем не менее... Ну, как бы, да, это именно такая тропа, которая непонятно для чего нужна. Которая вас подлечит, если вы в это поверите. Ну, типа того. Да нет, на самом деле, любая прогулка, пешая, особенно длительная, она хороша для здоровья и все такое. То есть, если вы хотите быть здоровыми и... держать, так это сказать, себя в тонусе и свой вес тоже более-менее в каких-то рамках, то обязательно ходите, гуляйте пешком. Энергию хотя бы в качестве, ну... Интересно, вот она дальше куда уходит, эта тропа? Вот тут еще одна? Наверное, туда она куда-то уходит. А мы туда не пойдем, мы пойдем вот туда. Да, вот мы вышли сейчас ровно на... А, что? Это там какой-то домик? Там домик, да. Мы вышли с вами сейчас ровно на вот эту центральную аллею, которая ведет от метро Орехово. Вот там у нас остается метро Орехово. А мы пойдем по ней дальше. Но сначала вам покажу, как выглядит карта. Вот. Мы с вами вот здесь. И мы хотим как раз пойти вот к этой башне-руине. Вот там у нас павильон Неростанкина. Вон он там виднеется. Вон он там такой. Ну, он такой не шибко интересный. Опять же, его тоже восстановили, когда-то это была тоже вполне себе руина. Там есть всякие мосты с той стороны. Есть какой-то всякие храмы, мосты. Вот есть еще вот этот очень интересный остров. Русалкины ворота. Я про него отдельно расскажу, когда мы до него дойдем. Ну и вот там внизу виднеется, собственно говоря, парк. В смысле, дворец.
про который я тоже расскажу отдельно, когда мы до него дойдем. Тем не менее... Тем не менее, белки никуда не делись. Белки никуда не делись, и выходит солнце. Да, да, у нас закончился дождь, у нас вышло солнце. И вот тут есть еще интересная информация о том, какие деревья растут в Царицыно. Сейчас вам, ну, как на паузе там прочитаете. Фауну мы вам показали кое-как, так частично. Да. А флору вы можете понаблюдать. Флора здесь встречается намного чаще. Ну, вот типа того. То есть нет в лесу деревьев, это не про Царицыно. Вот, так что вот так. А мы пойдем с вами к той самой крайне горячо любимой мною арке. Да, ну ладно, вот еще лестница, вот. Вот лестница, она прикольная. Кстати, раньше лестницы тоже не было. То есть вместо вот этой прекрасной лестницы вниз был просто спуск, ну, такой... Тропа. Тропа, ведущая, да, вниз по склону. Тоже своего рода тропа здоровья. Ну, да, потому что на самом деле, пока ты гуляешь тут по этому парку, ну, раньше, пока он был не такой красивый, пока гуляешь по этому парку, можно было ноги себе накачать, вот только в путь, что называется. Ноги, руки, дыхалку, сердце. Да. То есть, да, здоровье здесь... Здоровье он никогда не отнимал, а теперь еще и прибавляется. Ну, а раньше тут еще и с пивом гуляли, потому что не было ни камер, ни охраны, да, ничего. И поэтому тут скорее здоровье не поправляли. Ну, то есть поправляли здоровье, но в другом смысле. Да, тут еще гуляли, так сказать... Ну, не только с пивом, на самом деле. Нет, с чем-то, что покрепче. Ну, блин, ну нельзя же говорить пиво на камеру. Можно говорить пиво на камеру. У меня канал 18. У меня канал 18+. Я не призываю никого к распитию пива. Ладно, хорошо. Я констатирую факты. Мы слово. Ну, мы же не слово на букву М говорим, правильно? И не слово на букву К. Вот такая арка. Это остаток стены. То есть это. Не просто вот кусок какой-то непонятный. Кстати, там была стена. Да, мы туда сейчас соберемся обязательно. Обязательно, там очень красиво. Вот, она очень красивая, очень такая вся. Ну, ее постарались немножко так улучшить в процессе реконструкции парка. И в целом оставили примерно в том же виде, в котором она была. Ну, только разве что немножко ее это облагородили. В общем, мы очень аккуратно стараемся подняться наверх по узенькой дорожке. Узенькой лесенке, которая еще и мокрая. Вот, мы поднялись. На башню. Ну, в данном случае, да. Если вы мечтали себя почувствовать принцессой в башне, или в данном случае на башне, то вот это вам вот сюда. Вот тут такая площадка. Вон эта лестница, уходящая вниз. Вы слышите, я запыхалась. Ну и отсюда вот открывается... Ну, в общем, на самом деле вид в основном на деревья. Как это ни странно. А можно вот вниз посмотреть. Ну, да, это где-то высота примерно четвертого этажа, да? Ну, 8-10 метров. Ну, где-то 8-10 метров, да. Для всех, кто любит делать вот такие фотографии. Вот. Вот такие. Дурата такая. Мы вам потом, может, даже вставим эту фотографию, посмотрим. А может, не вставим, может, пожадничаем. В общем, вид на самом деле отсюда классный. Вот там еще подсветочка есть, то есть вечером это все подсвечивается. Ну, тут наверху никакой подсветки нету. Но она, в общем, и не шибко нужна.
Мне всегда очень нравилась эта башня. Раньше, когда тоже, опять же, я очень люблю вспоминать прошлое, потому что, на самом деле, у меня все детство прошло в этом парке. Учитывая, что мы живем буквально в нескольких станциях, и я жила там всю жизнь свою. Соответственно, очень часто с родителями сюда мы ездили гулять. И, соответственно, мне этот парк, он, ну, как парк моего детства. И поэтому я очень его люблю и очень все здесь... Меня напоминает о детстве, несмотря даже на то, что все очень сильно изменилось. Короче, вот этой лестницы, разумеется, не было. Но подъем, в принципе, был. Но это был подъем вот по этой узкой стене, просто по камням. И это было, конечно, опасно. Но, как вы понимаете, особенно в подростковом там возрасте, кто там будет думать сильно об опасности? В общем, выглядит, конечно, совершенно фэнтезийно это место. Просто как в какой-то сказке. Да, вот мы пришли на ту лестницу, которую я там несколько минут назад показывала. Ну, тут таких лестниц, на самом деле, тоже уже прилично стало. Это уже совсем спуск к воде. Здесь у нас что, Борисовские пруды? Ну, а слушай, что у нас здесь? Понимаю, Царицынские пруды, слушай, господи. Я понимаю, что у тебя везде Борисовские пруды. Да-да. Борисовские пруды, да, везде. Во всей Москве одни Борисовские пруды. Да, собственно, ничего и... Нет, это Царицынские, конечно, пруды. Ой, это птицы. Это кто такие? Это гуси. И вон дерутся утки. Это гуси. Смотри, да еще и лебеди есть. Слушай, есть и гуси, есть и лебеди. Да, вот лебеди здесь у нас белые. Пасутся гуси. Причем там вон и белый, и какой-то серенький есть гусик. Ага. Ну, гусей мы немножко, честно говоря, побаиваемся, потому что они могут быть агрессивны. Да, один из последних континентов да. Говорит, что... Хотя... Кормление гусей. Вот дурашлёпы. Охренеть. Ты на них посмотри, Саша. Смотри, какие дурашлёпы. Конечно, они с рук едят. И еще и попрошайничают. Так, а вот здесь у нас водятся красивые уточки. И не менее красивый, но почему-то только один лебедь. А, он второй там тоже плывет. Один, вон еще один. Я уже поняла. И вот там. Ну, не один, да. Здравствуй, лебедь. Ты тоже? Они, по-моему, больше, чем те, что в этом были. Черные меньше вот этих белых, совершенно точно. Либо там просто те черные были молодые еще. Ну-ка. Либо... Ему, наверное, неудобно, может, подплывать так близко. А может, он не такой... Не, как-то он не очень настроен. Ну, попробуй этого покормить, он тут поближе к берегу. Может, этот... Ух ты ж, ничего себе! Нет, он вообще не шипит. Ничего себе, как шипит. Ему просто не нравится. Как шипит-то, а? Не, наверное, они просто не такие. Ты красавчик. Ты чё ж такой красавчик-то, а? Вон утя вышла.
Какие у него лапы здоровые. Прям чешется. Чистится. Как он так шипел-то он, а? Ну, видишь, он шипел на листок. Может, он на тебя шипел? А может, и на меня, не знаю. Ну, на самом деле, кормить водоплавающих птиц хлебом не очень рекомендуется. Лучше их кормить специальным кормом. Но если его под рукой нет, то да, всегда есть кучу травы. Ну да, или травой, или специальным кормом. Потому что хлеб им не очень хорошо идет. Что ты сказал? Что ты сказал, а? А чего им их трогать-то? Слушай, далеко учесала. Да и что? Пойдет сейчас он по траве походит, поест что-нибудь вкусненького. Вот эти говорят пуду. Смешно. Действительно щипаются. Ну не эти конкретно. А вот. Эти, кстати, довольно мирные оказались. Гуси не щипаются. А так да. Гусей лучше не трогать. Конечно, спят. Посмотри, у него глаза какие красивые. Посмотри вот у этого лежащего. Смотри, какой глаз красивый. Мне не наводится так близко. Николай, это что, лилейки спят? Вот у него голубой глаз, но, по-моему, у меня камера не берет, что на него голубой. А так у него прям яркий голубой глаз. Очень красивый. Лебеди, белки. Да вообще. А вон еще белка. Блин, нам было их купить. Смотри, она побежала к этим самым людям. Белка решила, что у уток можно что-то сожрать. Вот это. Тан-т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 ан. Боже, какая милота. Она ест морковь. Такая лапушка. Я же говорю, морковки тоже хорошо. Ой, как вкусненько-то. Морковушка такая вкусненькая. Вкусненько-вкусненько. Понесет к этим самым. К бельчатам, думаешь? Наверное. Ну, может, про запас просто заныкает где-нибудь. Нет, это вон еще одна. Она, походу, не видит. А, нет, она нашла. Ничего себе. Арахис она там нашла.
не знаю, видно вам, у него голова на солнышке прям синим отливает. Очень красивый мальчик. Прям очень красивый. И вот их там целая стая греется на солнышке. А кто-то вон там, кто-то греется на солнышке, а кто-то купается, принимает водные ванны, чистится, стоя на столбиках. Вон они, утеньки. Я думаю, что ей не нужно такое есть. Можно спуститься к самой воде. О. И стоять на мосточке. Понаблюдать за птицами. Посидеть на перилах. Да, при желании посидеть на перилах, только они мокрые, аккуратно. Ну, вот мы пришли. Да, мы пришли к русалочьему острову. Арка, там на нем такая стоит арка, она называется Русалкина арка. Сейчас попробую его как-нибудь. Очень тут все зелено, и ее не очень хорошо видно за этой всей зеленью. Ну, вот она. Вот. Вот остров. Вот арка. Скрыта в зелени. Про этот остров есть легенда, что на нем живут русалки. Собственно, почему он называется Русалочий остров? На нем якобы живут русалки. Ночью в полнолуние их можно здесь увидеть. Они будут танцевать, значит, на берегу. Но русалки не те, которые вот в русалочке диснеевской с хвостом, а русалки все-таки славянские русалки. А славянские русалки – это девушки-утопленницы. И они, как правило, утопленницы, ну, из-за несчастной любви, там, из-за чего-то связанного с отношениями они, как правило, утопились. После этого становились русалками. Из-за этого они очень не любят мужской пол, и поэтому мужчинам лучше в полнолуние в Царицыно около этого острова не гулять, потому что если русалки вас здесь увидят, то они к вам выйдут. Они попытаются скомпенсировать тот недостаток неудачных отношений и как-то ни странно, именно вами. То есть, а вот последствия от этого, ну, сами додумайте, короче. Они защекочут до смерти, на самом деле, просто-напросто. Вот я и говорю. Вот последствия додумайте сами. Хотя говорят, что русалки очень красивые, полуобнаженные или совсем обнаженные, молодые девушки, привлекательные такие. Ну, верить в эту легенду или не верить, решайте сами. Тем не менее, вот это остров, такое... Остров этот, на этот остров пройти нельзя, ну, не просто так. Наверное, да, все-таки, да, доля правды в этом есть. Да, то есть попасть на этот остров летом как минимум невозможно, если только вы не берете, например, в аренду лодку. Зимой теоретически можно, когда замерзает вода, туда пройтись по льду. Но, опять же, мы очень не рекомендуем вам вообще ходить по льду, потому что это опасно. Но уже не из-за русалок, а просто потому, что лед может проломиться, и вы можете благополучно... В этом году льда вообще не было. Нет, ну в этом году замерзало, но опять же, я бы не стала ходить по этому льду. Мы совершенно внезапно увидели здесь пингвинов. Посмотрите, какие пингвины. Уток мы видели. Это пингвины. Да, это прямо натурально пингвины. Так. Ну, конечно, понимаете, это нифига не пингвины, это тоже какая-то разновидность уток. Но они вот такие интересные очень, черно-белые.
Так, лебедей мы видели, уток видели, белок видели, гусей видели. Да, теперь вот, пожалуйста, еще такие утки. Пингвинообразные, блин. Да, они сейчас так смешно бежали, прям совсем как пингвины. Наверное, все птицы, у которых был и этот самый, и как его есть, они пытаются это показать. Возможно. Они пытаются показать максимум своих белых, частей. Возможно. Мне кажется, или они пытаются идти к нам? Может, это и есть черная кряква? Не знаю. Я, честно говоря, так плохо разбираюсь в утках. А может быть, это что-то опять из норковых. Они, кстати, довольно крупные. Они крупнее, чем кряква. Да, они крупнее, крупнее. Пасутся. Да, у них там, видишь, болото такое, да еще и травки много. Вкусненько, наверное, да? Вкусненько. Да вообще. Они реально ныряют. Да уж, с таким грязным клювом только хрю. Вообще, ты посмотри. Грязнуля-то какая. Ну, видимо, там что-то очень вкусное, раз они так даже прям вот вообще. Красивое ухо. Главное, что она не захотела поцеловаться. А вот те утки очень смешно выныкивают. Ой, так им прям вкусненько там. По-моему, она копает. По-моему, даже они так что-то копают. Вуча, как тебе вкусненько-то? Как вкусненько-то, прям обалдеть. Это свинья. Здесь много всяких мостиков. Вот еще один очень красивый мостик, который тоже очень нравится. Я так чувствую, что если я буду столько снимать, то мне придется разбивать видео на две части. Ну и пожалуйста. Ну и ладно. Угу. Ох, в горочку, да, в горочку. Не забудь, что нам еще усадьбу снимать. Усадьба Фонтан. Я помню. Мы перешли по тому мосту на другую, на другой берег Царицынских прудов. Так вот, здесь тоже была совершенно дикая зона. Если она с той стороны была, в общем-то, достаточно такая дикая, то здесь был, ну, вообще просто совсем лес, и здесь практически никто не гулял, потому что гулять было просто, ну, даже страшно немножко. Тут можно было часами ходить, никого вообще не встретить практически. Конечно, тоже не было никаких дорожек, ничего. А теперь тут такой вот цивильный парк с цивильными удобными дорожками, по которым можно гулять. Там вот повыше тоже идет дорога,
Вдоль нее стоят лавочки, на которых можно посидеть, отдохнуть. Ну, мы решили идти здесь, потому что здесь живописный пруд, вода, все дела. Утки опять же крякают. Да. Кормушки для птиц. Я думаю, что это все больше для для всяких вот этих водоплавающих, чтобы они там могли выйти и чем-нибудь топ-топ. Действительно, чайка. Показалось, тут там утка сидит. Еще один мостик. Пока мы втихаря, в тишине и покое гуляем по Царицыно, в Москве, как обычно, творится всякая странная дичь. Вот сейчас на станции Новокузнецкая нас обнаружили бесхозную сумку. Собака там среагировала, что там что-то подозрительное. И метро в Твиттере написали, что... Да, и метро в Твиттере честно предупредили, написали. Да. Честно об этом предупредили и написали, что станция Новокузнецкая, да? Да, Новокузнецкая. Да, что станция Новокузнецкая... что поезда ее временно проезжают без остановки. Ну, надеюсь, там все-таки окажется не бомба. Ну, или бомба, которую успеют вовремя обезвредить, что тоже хорошо, потому что у нас уже были взрывы в метро. Ну, все про это знают. А может быть, эта сумка... Сумка? С запрещенными смесями. Ага. Запрещенными в России. Да. Вот, кстати, смотрите, у нас сколько дорожек. Можем туда пойти, можем туда пойти. Вот целых две дорожки. Но мы сейчас попробуем пойти ко дворцу и фонтану, потому что фонтан очень классный, особенно по вечерам. Да, но как бы до вечера еще тут, понятное дело, много. Он будет сейчас точно без подсветки. У нас начался дождь, но здесь нас спасают деревья. Причем спасают очень хорошо. До нас практически капли не долетают сейчас. Так что так и будем потихоньку идти сейчас под деревьями, чтобы нас не замочило. Ну, в общем, потом опять закончится, выглянет солнце, снова будет жарко. У нас как тучка набегает, становится прохладно. Выглядывает солнышко, становится снова жарко. У меня даже капля упала на камеру, на этот самый, на линзу.
Да, вот если вы сейчас видите какое-то странное белое пятно на видео, то не думайте, что это здесь местные привидения. Это просто капля упала на... Не думайте, что это привидение русалки с того самого острова. Да, именно так.